Улыбайтесь, все дети на огромной планете! Добротой наполняя сердца! С добрым утром, малыши! Сегодня с нами вместе утро встречает юная певица Дарья Пунченко! Тепла. Птенцов своих согреет под бархатным крылом. И песенку простую с тобою мы споем. Улыбайтесь, все дети на огромной планете, добротой наполняя сердца. Пусть вам солнышко светит, будьте счастливы, дети, на дороге. Даша, мы очень рады видеть тебя в нашей студии. Я тоже очень рада. Спасибо за приглашение. Расскажи, как твои дела? Что произошло в твоей жизни, пока мы не виделись? У меня все отлично. Я окончила первый класс музыкальной школы и участвовала в разных музыкальных конкурсах. И получила очень много наград. О, поздравляем! И, конечно же, я продолжаю заниматься вокалом и актерским мастерством. И я еще очень хочу сняться в каком-нибудь фильме, чтобы у меня была главная роль. О! Круто! А у меня идея. Даша, раз ты актерским мастерством занимаешься, предлагаю тебе подвигаться, поиграть. Устроим шуточный конкурс актерского мастерства. Согласны? Конечно, согласна. Но как это сделать? Нужно тянуть билет, как на экзамене. Читать задание и выполнять его. Хрюша, а где билеты? Сейчас, сейчас. О, а вот и билеты. Ничего себе. Так, давай посмотрим. Я их разложу вот так на планшете. Даша, перемешаю, а ты их будешь вытягивать. Хорошо. Выбирай. Покажите походку человека, у которого постоянно чешется спина. Отличное задание. Давай. Так-так-так. Ой, ой, ой. О,
Почесал и сразу облегчение, да? Там. Вот так чуть-чуть, да. Ну, молодец. Молодец, мне понравилось. Так, следующий билет. Та-дам! Покажите футбольного вратаря. Давай. Так, давай. Еще немного. Давай. Сейчас поймаю. Мы выиграем. Давай. Ура! Мы победили! Ура! Ура! Молодец! Поймал мяч. Так, следующий билет. У тебя отлично получается. Покажите, как меняется походка, если на туфле неожиданно сломался каблук. У тебя такое бывало? Нет, еще нет. Нет? Ой, это что? Каблук? Ну, ладно, оторву его. Так пойду. Улетел каблук. Изобразите человека, который только что пробежал марафонскую дистанцию. О, ну-ка. Эх. Водички. Да, водички. Воды. Водички скорее, Илюша. Пить нельзя, надо перетерпеть. Воды. Браво, молодец! Молодец, слушай, а может быть последний билет Хрюше дадим? Нет, мне. Сама хочешь? Ну давай, хорошо. Изобразите походку старушки. О, давай. Старушки. Ой, сейчас. Еще немножко. Ой, какая старенькая. Ножки болят, да? Сейчас. Еще немного. Бабушка, вам помочь дорогу перейти? Да, спина прихватила. Ой, бабушка. Помогите. Бабушка, пойдемте. Ой. Пойдемте, я помогу. Ой. Может быть, бабушке присесть? А может быть, станцевать? Молодец, аплодисменты. Отлично. Даша, у тебя все отлично получилось. Спасибо. Ну, думаю, режиссеры теперь точно обратят внимание на юную актрису. Спасибо большое. И долгожданного приглашения в кино. Ну а вы, ребята, живите активно, мыслите позитивно и смотрите нас на канале «Карусель». Увидимся!